как вам такой костерчик без бумаги, разожженный своими собственными ручонками. Прошлогодние уроки не прошли даром для меня. Я прям, блядь, в коридор какие-то устраивала. Охуеть. Блядь, они горят. О, какой ужас. Ну ладно, похуй. Первый шашлыком. Холодно, блядь. Когда я уже дожарю свои шашлыки, ебаный в рот. Я уже замерзла. У меня, блядь, короче, уже питоник горячий все равно не бывает, блядь. Ну, сегодня компания. Пальчик фотографов. Кто там катается на виндсерфинге? Какие-то, блядь, велосипедисты с палаткой. Блядь, экстремал. Ну, как ебись какие. Там стая панков заходила, блядь, любила дровишки. И тут еще, блядь, не видно нахуй. Часа два, блядь, уже какой-то боксер нахуй боксирует. И я, блядь, замерзшая. И ем сырой шашлындос, потому что я хочу жрать, блядь. Блядь, мне, конечно, извините, они постоянно сосутся, блядь. Ебаный стыд. Мне прям десна от десен не могут оторвать. Это мило, блядь, и тошнотворно одновременно. Я тем временем сижу в питоне багет, блядь. Ой, опять сосутся. Нельзя так много, блядь, целоваться нахуй. Губы, блядь, отвалятся. Да, мы, блядь, в берете еще. Ебать. Франция, нахуй. Ну да. Багет, берет. Боже, опять. Ебать, ребята, вы здесь не одни, нахуй. Идите номер снимите.